7 наград различного достоинства завоевали спортсмены Дагестана на чемпионате России по кикбоксингу. Соревнования прошли в Перми. На их счету 4 золотые медали, 1 серебряная и 2 бронзовые. Чемпионами в своих весовых категориях и дисциплинах стали Рафик Бек Амаров, Патимат Айшалова, Магомед Абдуразаков и Магомед Абдурахманов. В шаге от высшей ступени пьедестала почета остался Хайбулла Хизриев. Тройку призеров удалось замкнуть Абдулмалику Айдамирову и Магомеду Магомедову.